осадочку пошел. Водитель заснял? Успел еле включить. Чуть не навернулся, видел? Пока тыкал, ё-мо. Чё? За тобой. Поеду.
Конечно, поеду, как не ехать-то. Заезжай. Я за тобой. Тут здесь грязь? Яма. Яма? Яма. Глубокая? Глубокая. Ну вот объедь вот тут след. Грязная. Тут есть яма, смотри, вот здесь справа. Да, справа объедь, если что. Я просто не вижу заезд, а вдруг там обрыв. Давай. Чё? Обрыв? Там это, рот. Так ты тут проверь, яма есть, нет? Нормально. Пойдем. Можно вдоль леса попробовать, смотри. Там что-то... Сейчас вот за бугор и там вдоль леса. А, ну там за бугор заехать и дорога, да? Да, там... А, ну и все. Я помню, что там дорога должна быть.
что там? Костя. А может, там надо было раньше? Нет, там мы не проедем, там по дороге. Все правильно, вот завод и трассы. Вот какая-то дорога идет, по ней надо... Не-не, сейчас будет поворот вот напротив завода и до Глухого прям. Все, поехали. Давай. Что, ты первый, я? Давай. А? Давай, да. Смотри, конюшня какая. А, вон где машина, походу, повернула. Или здесь?
застрял. Такой пейзаж, а он проехал. А что тут? Ну давай посмотрим, что тут. Интересно, что тут. Ты что такие места проезжаешь? Локации серьезные, а ты проскочил. Пансионатик какой-то. Блин. Красота! Ретро-шкаф. Вообще прикольно. Там душ. Антох, чё там? Чё там? Брошены? Да ты чё? Ох, нифига тут! Да ты чё? Может, сюда на мотоках заедем? Давай. Да ты чё? Давай проедем локации, стекла нет. Ты, может, что интересно? Не, это вообще такие места интересные. Это, походу, база отдыха какая-то. Интересно. Пожаром одолело. Много домов. И все в заброс.
Сейчас вот в этих. Тут офигеть, а там еще туда вглубь в лес один. Вот туда надо подъехать, там могут даже не лазить, знаешь. Тут дорога, видишь, меньше-меньше становится. Сейчас я вот в этот, ну ты этот-то раздрочен. Бля, я от ключика не побрызгался сегодня, прикинь. Я думал, по лайту поедем. Ха, нормальный ход. Тут каморка у кого-то. Синячки, походу, давили водочку. Синячки, походу, водочку давили. Стол, короче. Вся фигня. Лично там. Дух уеду. Хер его знает. Придем и нет. Да? Ох ты, нифига тут. Ё-моё. Да ты чё? Слушай, тут серьезный этот. Серьезный город разрушен. А, ну реально, крыша завалила. А с той стены вообще нет, видел? Две, о, блядь. Слушай, свежая метелка. Ну как здесь? А там же тот еще. Там на выезде еще один надо туда заехать. А, корпус 50, короче. Просто стены. А, вот она упала. Она упала. Корпус 50 заснял. Да дальше помчим. Слушай, ну локация прикольная, скажи. Даже получше этого будет, Речкуновки. Речкуновка послабже. Тут газ или вода была подведена. Бля, жарко ходить, да? Жарко ходить. Вообще, фу. Ну чё там? Давай засниму. Так, ради прикола, чем вставочку сделаешь какую-нибудь. А чё вставочку, я вообще пишу. А, не выключаю все. О, пацаны. А в 50-м корпусе 500 рублей в тумбочке. Да мотаки вот. Сейчас надо не проскочить вот этот направо корпус. Он справа в лесу, там даже тропинки нету. Там поди, может, что хорошее есть. Слушай, ну это, наверное, давно, лет 20-30 заброшено. Там бухарики какие-то комнату устроили, столик стоит, бутылочка, шторки, короче, шторки. Наркопритон, ну походу, отдыхают люди, ездят,
Ну а чё, пансионат бесплатный. Отдыхай. Ты колодки поставился? Да. Я заказал тоже. Идут. Ты меня напугал, я посмотрел, смотрю, у меня точно в ноль уже тоже. Ну, а я еще лето хотел ездить. После той покатухи махом стерли. А в грязь? Грязь. Стоит, а как проехать? Походу с той стороны заезд, да? Да так ветки сейчас захерачимся. Давай там глянем. Это дорога, как ты думаешь? Нет, бля. Это ни хера не дорога. Это какая-то херня. Давай тут мотики оставим. А я говорю, тут должно быть интересно. Тут должно быть интересно. Его, походу, не видят люди. Пансионат этот. Сейчас мы посмотрим. Что тут? Ключи забирай. А я тут. Я покурю. Ты не пойдешь? Кто поссать хотел? Тут туалет есть. Короче, пацаны, такая локация. Тут, конечно, все уже. Стена даже вал пошла. Корпус номер 2. Надо вон в тот домик идти. В том домике пободрее должен быть. Чё, сортир это, да? Не? Ну а точно, скважина, короче. А, это походу какой-то производственный корпус. Давай я залазь сюда. По корпусу пойдем. Ой, тут даже мебель осталась. Так вот, наверное, по корпусу пройдем. Там, может, гараж. Машину найдем. Да. Батареи вынесите. Деньги будут лежать тут. А, прикинь. А тут все. Тут хрень какая. Хорошая.
Я не понял, как он устроен. Жарко, жарко, да? А, ну тут уже все, забор дальше, видишь? Пейзаж красивый, прям чётенький. Это публика, походу, поймёт. А, ну тут все, это их. Тут пойдем. Красиво. Ладно, все, выключаемся. Какую-то новую тропу. Первого знает, что такое. Ну что-то это такое есть. Ого! Походу проедем. Что, походу туда надо?
реставрацию мне этого сделала она. Позвоночник на качкарях. Вот тут конечка похож. Да, прям. Ебанем сюда? Чё, сюда? Давай. Вторая, мы вообще не снимали ничего. А там снимать нечего. Длинные прохваты, ну что их снимать? День побарахтаться. А я следом. Ты что думаешь, я буду стоять? Не, походу точно катался. Вон след, смотри. Или вода, или след. Канитель. Давай пробуй. Там заскакивай. Тут зароешься.
Во. Да нет, что-то фиговая фигня, она вот эта убока. Че, давай? Куда будем? Вперед затаскивать или вниз? Да. Вниз? Тебе ну да. А? Давай твой вытащим. Давай я сначала тебе помогу. А ну что? Это хули, я его кину и спустился. Так давай подымем за жопу и все. Нафига кидать-то? Подожди. Нет, я имею в виду, вот так я хотел морду смотреть. Так мы его вот вытянем сейчас вдвоем. Смотри. Да нахуя, а вниз? Просто вниз? Держи. Все. Передок сейчас подтаскиваю вниз. Не, пойдем тебя. А как ты потом поедешь? Я спущу. Пробуй за переднее колесо, может наверх его затащим. Давай. Я сейчас сзади. А, хуй. Че? Верхняя крутится. О, погоди. Подожди. Раз, два, три. Не. Раз, два. О, он почти заехал. Давай. Нейтрально. Раз, надо. Два. Давай, давай. Все. Еще чуть-чуть. Еще? Давай, маленько. Подожди, подожди, подожди. А вот. Давай. Опа. Все. Все? Да. Блять, цепь только все в песке. Его насос. Так, что теперь твой? Ты что, поехать прям хочешь? Да, ну, нет, ты передок спусти. Дергай за передок вниз. А я жопу буду держать. Еще, еще. Все. О. Все, отходи. Все. И съезжай. Не заводи просто ну. Так. Садись. Сцеп, у тебя скорость, походу. Ты где заехал? А! Thank you.
куда-то уехал. Снизу что ли? Да не надо, все, голову не греть. Все, я уж пошел. А я вас с это снял снизу. А, ну что такое? Блять! Сука! Бенз, бенз! Вот я про что и говорю, бенз, бенз! А его нету там ни хера. Тут и дело. Вот прикольно, на фоне. Давай туда доедем, встанем. Вот так, туда? Просто встанем и озеро вот это. Короче, пацаны, вот сюда мы приехали. Такая локация. Офигенная. Вообще суперская. И можно окунуться, остудиться. Там еще пески, смотри, какие здоровые. Да, дальше. Три кучи здоровых. Так, все, сейчас купаться. Да вот, сейчас тут фотку сделаем, да поедем. И скупнемся да домой. Да? Время уже до хера. Вон-то завтра на работу. Моей судьбы ночь печаль и плеск души. Лунный свет и майский луч в небесах. Голоса забуду.